Сегодня я бы хотела вам рассказать про проект, в котором мне посчастливилось принять участие. Этот проект называется «Поддержка нужна каждому». И его автор – девушка-психолог из Москвы, Марина. Вот вы здесь ее видите. Я оставлю в описании к видео ссылку на ее Instagram, в котором она более подробно рассказывает про этот проект. Мое участие заключается в этом проекте как художника, который рисует колоды. Есть наверняка вам известные метафорические карты, да, где есть какое-то изображение, и психологи его там трактуют таким или иным образом. Наша же колода, она немножко отличается. На каждой карте из этой колоды есть изображение. Это изображение вот этого товарища. И есть надпись. И на самом деле вот эта картинка, это моя самая любимая, она не зря у меня висит над рабочим столом. Это моя, наверное, персональная карта поддержки, которая поддерживает меня саму. Здесь написано «Не бойся, я с тобой». И это очень крутая такая фраза, которая действительно поддерживает меня изо дня в день. И в колоде вот этот персонаж поддержки и еще один персонаж в виде девочки. И совместно с ними происходят разные истории. На самом деле я пока рисовала этот проект, получается, что я проживала, наверное, каждую эту фразу, и пока рисовала первую колоду, ну, скажу честно, что-то внутри поменялось в лучшую сторону, потому что каждая фраза, я ее действительно прям осмысливала, придумывала, что это, как это, пропускала полностью сквозь себя. И мне кажется, каждая такая карточка, она прям заряжена. Не побоюсь этого слова, она действительно заряжена. И когда я прорисовывала полностью карточку, я ее из списка вычеркивала желтым карандашом. И таким образом она как бы подсвечивалась, что ли. И получается, каждый раз, когда я заканчивала, я ее подсвечивала желтым цветом, как бы означая, что она, как бы обозначая, что все, она живет уже своей жизнью. И очень хочется, чтобы эти колоды реализовались и стали жить и помогать людям, потому что проект очень интересный, действительно, многим людям нужна поддержка. И пусть мой такой небольшой вклад в этот проект послужит помощью людям, которые будут нуждаться в этом. Вот. Ну а вам я хочу пожелать, чтобы вы поддерживали себя в первую очередь, да, являлись себе поддержкой, поддерживали близких людей, не критиковали бы их, да и просто не задавали каких-то ненужных вопросов, быть может, а просто поверьте в себя, поверьте в своих близких, и тогда, может быть, мир будет чуточку лучше, и чувствовать себя каждый человек будет намного лучше, когда рядом он будет чувствовать такую поддержку от близких людей. Вот такой вот проект, такое мое участие. И будем следить дальше, что будет с этим проектом. Ну, а на сегодня все. Такой немножко взбалмошный ролик получается. Ну, просто хотелось записать и рассказать немножко об этом интересном проекте. Поддержка нужна каждому, мне и тебе.